Я ничего не понимаю. Так. Вокруг стола становимся. Давайте. Вокруг стола. Быстрее, проходим. Ничего никто не берет по команде. Сюда идем. Давайте. Вокруг стола становимся. Так. Сегодня у Ромы день рождения 6 лет. Он для себя получил главный подарок, по крайней мере, от Ярополка. Его сразу переводит, минуя 7-9 новички, сразу 7-9 основной. Да, Рома? Я считаю, это реально круто. 6 лет попасть к 9-летнему. Но человек старается, поэтому он надо каждому стараться что-то делать. Поэтому смотрим в лицо, Рома. Я желаю тебе и вкратце, как обычно. Карин, поближе, Карин. Поближе, чтобы они вас увидели. Так, давай. Смотри на него. И Оскар, кто ты ему хочешь пожелать? Давай. Молодец, не повторяемся, давай. Рома. Рома, поздравляю тебя с днем рождения, я желаю, чтобы ты хорошо учился в школе. Молодец, давай. С днем рождения, Артем. Я желаю тебе в школе успехов. Отлично, давай, что желаешь? Я желаю тебе, чтобы ты был сильным. Молодец, ты что хочешь пожелать? Роме. Ром, я хочу, чтобы ты хорошо учился в школе. И подарили пиццу. Вот это же пиццу подарил. Подай ему пиццу. Да. Нет, подарил, нет? Молодец. Ладно, давай, ты что желаешь? Рома, я тебе желаю счастья и всего хорошего. Чтобы ты хорошо учился в школе. Молодец. Ты что, Роме, пожелаешь? Да ты слушался маму и папу. Отлично. Ты что пожелаешь? Чтобы ты слушался маму и папу. Да ты какая повторюшка, неаккуратно. Ты что пожелаешь, Роме? Смотри, Рома. Рома, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе, чтобы ты всегда верил в Бога. Молодец. Вот это что-то новое у нас. Давай, Франкенштейн, что ты пожелаешь? Я пожелаю, Роме сказал, никогда не разговаривал с плохими бандитами. Не разговаривал с плохими бандитами? Тихо, а ты что сейчас разговариваешь с плохими? Светлую фразу взял. Тихо! А можешь чем-нибудь такое доброе пожелать? Не понимаю, у тебя все не ушли. Ну, давай. Я вам пожелаю, чтобы ему подарили много подарков со своей головой. С чем? Короче, ладно, давай, что ты пожелаешь? Рома, я желаю тебе, чтобы ты стал самым хорошим боксером. Ну, посмотрим завтра, да, Рома? Давай, что Роме пожелаешь? Рома, я желаю тебе здоровья и счастья. Молодец, ты что пожелаешь, Рома? Рома, я тебя желаю, чтобы ты не... А еще он не... Тихо! Веганами. Чтобы... Что ты пожелал еще раз? Веганами. Чтобы чего с хулиганами? Раскрывай. Понятно. А что пожелаешь? Давай, смотри. Здоровье. Рома, на Рому смотри. Желаю тебе здоровья. Так, я говорю 3-4. С днем рождения. Готово? 3-4. С днем рождения! Все, с днем, отлично. Так, все, и налетаем. Задача все съесть. Понятно? А где? Так, папа, все. А где?